А почему какие-то семечки разбрасывают? Это не семечки, Лана. Ой, у нее на тапке что-то написано. У нее на тапке семечка моя сейчас будет, ясно? Вот, семечко. Я тебя забодаю. У тебя нет. Я тебя укушу, и у меня бешенство вообще-то. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы решили поиграть в симулятор морской свинки. Да, привет. 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 Я купила себе дополнительные цвета, поэтому я не могу определиться. Ребят, какого цвета мне быть свинкой? Розового, голубого, зеленого, фиолетового, красного или желтого? Ой. О, я думаю, это очевидно. А давай зеленого. Фиолетового, зеленого. Розового, конечно же. Зеленый какой-то синий. Вы не находите? Это зеленый? Да, это голубой. Да, так, сейчас я попробую. Буду. В общем, я буду. Ей. Давай розовый, да. Я хочу фиолетовый. Какой-то он синий, но фиолетовый. О, господи. Это синий, какой-то голубой вообще. Так, и... Так, черный глаз. Ладно, все, я решила, я розовая свинка. И... Ой, а вы какие? Я вот. Я бежевенькая вроде бы. Вот. А я белая. Ага. Я скоростная свинка. Скоростная. О, господи, какие шустрые. Так, подождите. Я, кажется, кого-то вижу. За нами следят. Где? Куда? Вот она. Ты чё тут сидишь? Пошла отсюда, это мой огромная дом. Огромная девочка. Ты чё? Ой. Брысь отсюда. А я думаю, что это за гора такая? Потом подняла выше. Еще одна девочка, она не одна. О нет, нас... О, их две. Ой, ребята, идите сюда. Так, а ты где? Я вот прыгаю. Вот, иди сюда. Так, а ты кто? А, вот, ага. Заползай. О, какая игрушечка. Здорово. Ёршик. Извините. Ой, прикольно. Девочки, чего вы такие похожие? Почему у вас глаза красные? Вот это я. А у меня тоже красные, кстати. И у тебя? Слушайте, по-моему, со мной какие-то зараженные морские свинки. У нас свиное бешенство. Возможно. Возможно. Ой, я нашел еду. О, кто там в туннельчике? Это я. И я. А, ну или я. О, все? Я зашла в такой голубенький туннельчик. О, я тебя толкаю. Я толкаю с другой стороны, Толкаю. Ладно, давайте в другую сторону пойдем. Давайте. Ой, спасибо. Проходим в зелененький. Так, смотрите, я предлагаю устроить бега. Как вы относитесь к этому? Свиной забег? Вот, я здесь. Так, а ну-ка. Ух ты! Так, ты нашел вот выход? Нет, это не выход, по-моему. А, или это выход? Это выход? Что? Воу! Побег! Ого, слушай, я потопал. А, нет, нас не пускают туда. Куда? Нас туда не пускают. А почему какие-то семечки разбрасывают? Это не семечки, Лана. Мне кажется, это не семечки. Не семечки? Ну ладно, тогда я не буду это есть. Вот уж точно не стоит. Слушайте, а мы реально выбрались, но нашим хозяевам как бы плевать. Ребят, какие-то сундуки. Ой, да, вижу, а что это такое? Тут что-то можно купить за робоксы. Интересненько. Так, ну я даже не знаю. Тыква. Я даже не знаю, 20 робоксов потратить, вот я тут вижу что-то единорожное. Давай. Ух ты, ой, давайте. Так. Здорово, ты теперь единорог. Ого. Ты больше не морская свинка. Единосвинка. Ты прям модная. Ой, мне нравится, как они лапками так смешно перебирают. А, да. Так, ну что, какие у нас дальше приключения, ребят? Пойдемте. Я бегаю. У меня хорошее настроение, я бегаю. Так, кто тут свою семечку оставил? Кто здесь был вообще? Где именно? Вон тут около шкафчика была семечка. Тут повсюду семечки, Лана. Ой, а кто это в шапочке? Это я. Ой, прикольно. Вот, теперь ты сможешь нас различать. Тебе не хватает новогоднего настроения? Да, я хочу скорее зиму и Новый год. Да, а я коричневый. Да, это я вижу. И очень-очень шустрый. Ну что, а что мы можем... Ребят, о боже, я думала, это другая свинка, это ты. Господи, ты меня напугала ты сейчас. Фу, кошмар. Так, ладно. Мне очень нравится, как свинки разгоняются со временем. Ага. То есть сначала они так как бы ползут. О, там есть комната. Там кухня. Да, но туда нельзя, к сожалению. Нельзя? Да. Нет. Это произвол, свинок не пускают. Мы им 20 робоксов заплатили за шапки, а они не пускают нас. Да, я хочу пройти в комнату. А можно пройти в розетку?
Кажется, нет. Я попытался, нет, нельзя. Точно? Давай, запрыгни на меня. Давай, подтолкните меня. Нужно больше свинок. Давайте. Я толкаю, ой, толкаю. Так, так, так. Не, давайте по очереди. Вот давайте. Свиная пирамида. Давай я буду ступенькой. Ты сначала на меня, а потом вот. Так, давайте. О! Только семечки на меня не кидайте, пожалуйста. Нет, я бы раздавил ее, что почти, почти, почти. А, нет, ребят, что-то вы все в семечках. Пойдемте отсюда. Так, знаете, я вот смотрю на себя и что-то как-то похудеть бы мне, наверное. А кто там хотел гонку устраивать? Давай, давай побегаем тут, давай побегаем. Давай, давай, так. Я на первой дорожке. Не, подождите, это нечестно, я на третьей дорожке. Первая самая длинная, ну идите. Давайте я на ней. Ой, тут еще забор будет мешать. Ну ладно, я справлюсь. А можно я на голубой буду? Я на голубой дорожке. Можно, можно, давай. Так, ну что, побежали и на старт, внимание, марш! Ой! Побежали! Я победила! Ой, я врезалась в забор! А сколько у нас кругов? Подождите! А, подождите, у нас еще один круг! Я не знаю, кто правила утверждал! Никто не утверждал! Мы тут без правил бегаем! Слушайте, а у вас, подождите, а у вас другие свинки дергают лапками или только вы? Только я дергаю. У меня, да. Да, только я. Ну, то есть, только мы. Это очень смешно. Как будто все остальные не настоящие, и мы живем в таком выдуманном морско-свином мирке, где все свинки на колесиках, а вы настоящие. И такая, да, да, у меня много друзей. Ладно, ты срезаешь тут. Нечестно. Я просто смотрю на ваши колесики, я уже не бегаю. Колесики? Ну, да, а вообще нечестно, в принципе, смотрите. То есть, вот эта красная дорожка, она длиннее всех, так она еще и начинается позже. Да-да-да. Ну, это чтобы ты сразу вот так, оп, пробежала вот сюда. Нет, я считаю, что это нечестно, я пойду под зонтик, вот. Тут есть морковочка. Ой, это прям пляж. А их можно кушать? Нет, это очень странно. Кто-то мне семечку только что украл. Так. Ой, смотрите, смотрите. Ух ты, Ев балансирует. А я хочу на вот этой штуке. Она не крутится, но... А, Ёши! Ой, так, все, я иду в кукольный домик. О, смотрите, как тут классно. Ой, тут все такое розовенькое. Так, есть лесенка. Что же нас ожидает наверху? И морковка, а дальше? И, ну... Ребят, ребята, а тут... Давайте тут... я потолкну. Ой, спасибо, я слишком толстая. Смотри. Камин? На чердаке. Да, как-то небезопасно. А почему не зажженный? Не знаю. Ребят, у вас есть спички? Нет. Вроде бы не было. Сейчас просто посмотрю в карманах, подожди. Нет, у меня есть нету. Карманы? У меня только семечки. Ну, конечно. Семечки? Давайте попробуем как-то так встать, натрясти туда семечек в камин, и может он зажжется. О боже мой. Ну, я знаю, что эти семечки хорошо горят. Интересный факт. Я думала, только Ёши может ими разбрасываться. Не-не-не, у вас у всех есть семечки, мы же морские свинки. Так что-то не получается. Ладно, ладно, камин отменяется. Ульян, давай прыгать. О, давай. Давай, вот только туда, вниз. Хорошо. О, Ёши к нам пришел. Ой, Ёши. Ёши, а где ты? Ульяну приветик. Выбил. Вот что вы там делаете? Ну, сбиваешь теперь? С ног. Выходите. Дай я пройду, дай пройду-то, ну. Ну, давай, попробуй. Вот, так. Все. Ну что? О, там какой-то... Смотрите, там... какой-то НЛО. Я прыгаю вот сюда и жду. Ева, тебе помочь? Я не могу, да, запрыгнуть. О, спасибо. Так, ребят, тут что-то очень... Я тебе твои семечки к тебе кину. Зачем вы разбрасываете семечками? Смотрите, нам нужно... Ой, мне только что семечко на голову прилетело. Ну, вот это невежливо вообще, я считаю. Извините. Так, тут здесь должна быть какая-то платформа. Смотрите. Вот она сейчас тебя раздавит, отходи. Платформа. Так, быстро, все на платформу. Забираемся внутрь. Ульяна, давай. Мне кажется, мы тут не поместимся. Ладно, я поехала. Буду ждать вас наверху. Хорошо. Слушайте, мне очень интересно. Там реально... Ёши, в очередь. Меня сбросили! Нет! Так, ладно, давайте кто-то другой пробует. У меня, видимо, не судьба туда забраться. Ну, пробует, видимо, Ёши. Ёши, давай. Я? Тут же очередь была. Ну, я тут не могу пройти. Ну, теперь мы тебя освободили. Подожди, должна спуститься платформа. А, стой, тебя сейчас приклопнет. Ёши сдаёт назад. Так, давай, забирайся. Быстрее. И главное, не упади, пожалуйста. Хорошо. Так, все следим за тем, как Ёши поднимается. Такие лапы когтистые. Ага. А, нет, Ёши, аккуратно, ты можешь прыгнуть вперед куда-нибудь?
Да, я уже. Гоша добрался. Так, чья очередь теперь? Так, ну... Я морская свинка-путешественница. Ух ты, здорово. Ладно, давай ты. Давай я. Тут все семечками уже закидали, надо как-то их выкинуть, что ли, отсюда. Так, ну я очень-очень постараюсь. Ёша, а как тебе удалось не упасть? Да как, спокойно, просто прыгнул и все. А ты просто не двигайся. Да, так, а один говорит, не двигайся, другая говорит, прыгай, то есть наоборот. Я не понимаю, что делать. Не двигаться. Ну, в смысле, не двигаться. Я не двигалась и упала. Неужели я такая толстая? Как? Почему? О, Лана. Слушайте, мне не нравится это. Может, это из-за того, что у меня есть... Что? Ёши, ты упал? Я упал случайно. Это морской свиной десант. Давайте все вместе прыгаем. Я хочу посмотреть, что там. Ой, это батут. Это батут? Ну, не знаю, я просто так прыгала. Ну, похоже на то. А можно я поднимусь? Ну, давай, расскажешь нам, как там. Так, что тут еще есть? Подождите. Эти девочки шевелятся! Да. Серьезно? Ой, я только заметила. О, боже мой. Это очень страшно. Я пойду отсюда, пожалуй. Пойду отсюда. О, я... Это что, втулка от туалетной бумаги? Довольно уютно. Я там видела клетку. Там вроде бы должен быть какой-нибудь круг, там, где мы должны бегать и сбрасывать вес. Я думаю, нам это пригодится. Ну, я думаю, максимум, что мы тут можем сбросить, это семечки. Да. Ну, в принципе, наверху ничего интересного. Тут вентилятор крепится, и все, я под потолком. Вот можете посмотреть на меня. Ой, да? Сейчас, я, правда, нашла домик очень уютный. Сейчас пойду посмотрю и вернусь туда. О. Ты можешь отсюда смотреть, вот я. Ёшик тебе там поднимается. О! Да. Не знаю, Лана, как ты смогла упасть вообще? Я два раза смогла упасть. Лана, видишь, я прыгаю? Да-да-да, я вас всех вижу. О, я еще и кручусь на шарике. Это прикольно, это весело. Так, Лана, я прыгаю к тебе. А, давай, только не на меня. Уи! О, отлично. Ого, как вы подпрыгнули. Такие пружинистые. Очень смешно. Так, ну что мы еще можем здесь делать? Вот это мой дом, кстати. Могу вас всех пригласить на чаепитие. А что, это твой? Вообще-то это мой дом. Это мой дом! Я первая нашла. Мой дом, уходи. Мой дом, уходи. Уходи отсюда, свинка. Я тебя забодаю, у меня рог. Я тебя забодаю. У тебя нет. Я тебя укушу, у меня бешенство, у меня бешенство вообще-то. Я убежала. А куда ты побежала, разбрасывая семечки, а? У тебя бешенство. Это от страха, Ёша, это от страха. Куда это? Ну вот сейчас как грызану тебя. Мне кажется, дом Ланы это однозначно вот этот, потому что тут же динозаврик. Ой. Ой. Все, тогда это мой дом. Приглашаю вас сюда на чаепитие. Нет, мой. Ёши. Укушу. Укушу. Ты, я тебя сама укушу а сейчас. А я тебя укушу. У меня тоже красные глаза, у меня тоже бешенство. Держись. Берегись. Я ухожу, ухожу. Все, выпусти меня. Все, я ушел. Все, ладно. Я вот тут мой дом будет. А ты что бодаешься? Ты что бодаешься? Это месть. Все, отстань. Это мой дом, все, отстань, уходи. Ну ладно, я тебе... Я тут живу. Ёж, это ты тут чужие дома воруешь вообще-то. Закройте меня. Сейчас я пытаюсь, мне не получается. Лана, что ты мне свою семечку принесла? Себе семечку оставь. На тебе шарик. Вот, о, спасибо. Так тебе, там и живи теперь. Ой, спасибо. И живу тут, все, пока. Ой, ты что делаешь? Ой-ой-ой. Отдай ворота мои, отдай ворота. Сейчас я тебе по цвету ворота принесу. Давай. Ой, есть даже голубенький, прикольно. Так, вот это Ёши ворота тащите, вот это ему. Так, давай, я попробую. Ой-ой-ой. Все хорошо. Нет. Дева, координируй. Ой, у вас и так хорошо получается, я тут пока побегаю. Я забываю, что мы можем бегать. Это не очень нам помогает. На самом-то деле. Давай ты будешь толкать мяч, а я буду толкать тебя. В какой стороне Ёши? Давайте я отнесу. Вот здесь Ёши, уже почти притащили. Я тут, пока вы там так долго были, тут семечек накидал. Это для уюта. Для уюта. Ну где мои ворота, где мой мячик? Алло. Вот, мы и тащим его к тебе. Чё так долго? Давай, я вот тут встану. Оп, так. У вас футбол там, что ли, простите? Да. Всё, Ёша, это твои ворота. Спасибо. Пожалуйста, отдыхайте. Да это мои ворота, и зачем мне их сюда запихала? Все, тут пусть будет. Я закрыла тебя. Они просто вовнутрь закрываются, Ёша. Все, спасибо, уходите, это Отлично, мой дом. Уходим. Уходите. А я хочу вот сюда. Уи!
Не, мне больше понравилась вот эта, более длинная такая, как колбаса. Вот сюда пойдемте. А, в синенькую? Ага. Да-да-да. Подождите, тут есть еще два прохода, в которые мы не заходили. Я везде была. Тихо, не бодайтесь там сзади. Извините. Оу, я нашла кормушечку. Хотя больше похоже на опилки или такой наполнитель для клетки. Это комбикорм. А вы в какой пошли, влево или вправо? А мы... В левой. А в какой мы, Ева? В левой. В левой? Да, наверное. Я не заметила, куда мы шли. Вот сюда. Ну, в общем, если что, в правом тупик, поэтому можете не идти. Там тоже тупик. Да, в левом тоже, но там еще и еда, если это еда. А тут нет. Пойдем, Ульяна. Пойдем. Ёши, как там тебе в твоем домике? Очень удобно, спасибо. Отлично, замечательно. А мы тут немножко... Ой. Уу, все. Выбрались. Так, ну что, я предлагаю куда-нибудь забраться или покусать этих девочек, а то какие-то они слишком не нравятся мне, в общем, да. И еще так улыбаются, а прям страшно становится. А ты такая, да, Ульян, если кто-то улыбается тебе, ты хочешь его укусить сразу, правильно я понимаю? Ну, как-то страшно, такая улыбка до ушей. Прям как в фильме ужасов. Ёши, вот глядя на эту девочку, она смотрит прямо на твой дом. Мне кажется, что сейчас она его как поднимет, тебя схватит, и все, мы тебя больше не увидим никогда. Так, минуточку, ты че там, слышишь? Вот это. Ты че, ты на меня смотришь, я тебя укушу сейчас. И у меня бешенство, я в тебя семечкой кину сейчас, ясно тебе? Смотрит на мой дом. Не смотри на мой дом. Ты чё? Семечку держи. Ой, у нее на тапке что-то написано. У нее на тапке мяу. Семечка моя сейчас будет, ясно? Вот, семечка. Все, забирай. Так, ну, я думаю, что мы ее достаточно уже покусали. Давайте найдем какой-нибудь... О, мне нравится здесь, слушайте, это лучше, чем любой домик. Вот этот под шкафом, это мое любимое место теперь. Я пытаюсь тут по плинтусу забраться с обратной стороны, но вряд ли у меня что-то получится. Поэтому, да. А, смотрите, можем для симметрии покусать что, вот эту девочку? О, мы можем спрятаться за ней. О, да, я только тоже только что увидела. О, господи, ты напугала меня! Как ты тут оказалась? Не пугайся. Смотри. А меня нет, а меня нет. Опа, вот я. А, вижу. Здорово, здорово, здорово. И Ева там с мячиком играет. Ева, ты как-то отрываешься от коллектива. Я так что на батуте просто прыгала и думала, к вам прыгну, но я не допрыгнула. Воу, еще какие-то штуки, в которых можно прыгать. Мне кажется, здесь должен быть корм. Это очень похоже на пакетики такие с кормом. Так что, это правда корм. Короче, я здесь поселилась. Не знаю, как вы, в общем, довольно аппетитные палочки. Что? Кто меня выталкивает? Это мой пакетик с кормом. Я даже знаю, кто это Ёши. Ёши с бешенством тут ходит. Твой, общий. Общий! Ёши! В общем, пока у нас тут такая борьба морских свинок за территорию, я думаю, что мы, наверное, на этом закончим. Покусаем Ёши. Уйди, противник! А, да почему? Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока. Ой, давайте вот так морды высунем, мне очень понравилось. Выставка морских свинок. Ну что? Так, вообще, пустите меня в середину. Так, ой, Ева, извини. Отлично, Ульян, выходи. Ага. Итак, дубль 2. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. 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 Пока.